Более 11 миллиардов рублей потребуется на реализацию первого года действия новой госпрограммы по развитию агрокомплекса Башкортостана. Треть средств выделит бюджет республики. Документ сегодня утвердили на заседании Президиума правительства региона. Из внебюджетных источников сельскохозяйственная отрасль получит 5 миллиардов 600 миллионов рублей. Еще 1 800 миллионов направит федеральный центр. Программа рассчитана на 5 лет и стартует уже в следующем году. Всего в документе выделено 6 направлений. Каждая нацелена на увеличение объемов производства и переработки, в частности, зерновых и зернобобовых культур, товарного молока, мяса, скота и птицы. Развитие агропромышленного комплекса и наращивание объемов производства является одним из приоритетов государственной политики. Та сложная ситуация, которая сейчас складывается из-за распространения новой коронавирусной инфекции, в общем-то, дополнительные трудности создает. Отмечу, срок реализации действующей государственной программы завершается в конце года. Последние несколько лет в республике отмечается положительная динамика развития сельского хозяйства. В 2019 году она составила 2%, к 2018 году, а за 4 месяца текущего года зафиксировано увеличение почти в 3%.